Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу поделиться рецептом заготовки томатов, который мало кому известен. В прошлом году его изобрела. Видео есть на примере томатов-сливок. Благодаря отзывам, которые очень хвалебные, и своей семье, которая оценила тоже вкусовые качества такой консервации, я еще раз решила сделать видео, но уже с крупноплодными сортами. Итак, нам понадобится 2 килограмма любых томатов, главное, чтобы были плотные. Снимаем кожицу. У крупноплодных сортов она снимается легко, даже без ошпаривания кипятком. Нарезаем на дольки толщиной 1 сантиметр, желательно вычистить семечки. Нарезанных должно получиться 1,5 килограмма. Выкладываем на сито, чтобы стекла жидкость, минут на 10. Берем кастрюлю с толстым дном или сковороду. Добавляем 100 мл подсолнечного масла. Оно хорошо должно разогреться. Отправляем туда томаты. Перемешиваем с помощью лопатки. Добавляем сухие травы, по желанию, у меня итальянские. Черный молотый перец, пучок базилика, красный острый перец, перчик опять же по желанию, 20 грамм чеснока, это один большой или 2 небольших зубчика, 1 чайная ложка соли и 2 столовых ложки сахара. Никакого ни уксуса, ни лимонной кислоты здесь нет. Опять все перемешиваем. Хочу отметить, что весь процесс приготовления занимает около 5 минут. Доводим до кипения и разливаем по баночкам. Томаты набираем вместе с жидкостью, чтобы не образовывались пустоты. Закрываем крышечками и обязательно укутываем. Такую заготовку можно использовать куда угодно: на бутерброды, жидкую часть на всевозможные гарниры, для мясных блюд. Можно добавлять в первые блюда, в жаркое, даже просто кусочек лаваша и на него положить такой томатик, будет очень вкусно. Всем удачных заготовок!